Анонс и точный дата выхода 7 и 8 серии 3 сезона сериала «Крепостная». 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 4 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Андрей и Катерина возвращаются после романтического путешествия в свое новое поместье в Киеве. Помимо приятного времяпровождения, Кити успела пройти курсы в медицинском университете в Цюрихе и даже ассистировала известному хирургу. Теперь главная героиня сможет и хочет работать в киевской больнице, помогать принимать роды и проводить кесарево сечение. Но такие планы девушки вовсе не по нраву Павлине Иосифовне и тете Андрея Ирине Дорофеевне. Они считают, что замужней даме стоит заниматься исключительно домом, а еще лучше рожать детей. Рогнеда Безус решила устроить дополнительный аукцион на благотворительной вечере. Главная светская дама Киева предложила мужчинам купить танец или даже свидание с одной из присутствующих незамужних дам. Однако князь Яблоневский решил нарушить правила аукциона и предложил за встречу с замужней Катериной целых 1000 рублей. Андрей Андреевич и Кити просто оскорблены таким поведением князя, а Рогнета Безус как будто наоборот, рада такому повороту событий. Напомним, 7 и 8 серии сериала выйдут на телеканале СТБ 4 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.